Итак, скажите, вас не пугает снова вот это вот занятие политикой? Вы прекрасно знаете, что дело это непростое и не совсем и не всегда чистое. Но, во-первых, сегодня я в Иерусалиме не с политической целью. Я считаю, что все начинается с веры, все начинается с высокой и настоящей духовности, с моральности, в том числе и политических руководителей каждой страны. И поэтому сегодня я приехала именно с духовными целями. Я хочу посетить все святыни, которые я успею посетить в Иерусалиме. Я хочу помолиться, исповедоваться. Я хочу признать свои ошибки. Я хочу за них извиниться перед Богом и перед людьми. Не могу не спросить, о каких ошибках вы говорите? Я думаю, что вот я в своей жизни, особенно после тех испытаний, которые я прошла, хотела бы заменить вот агрессию, противостояние, вот эту бесконечную борьбу на любовь, на гармонию, на баланс. Вы знаете, что я дважды была премьер-министром страны, и я могу сказать, чем можно побороться с коррупцией. И вот посмотрите, всего лишь три примера из моей премьерской жизни. Я пришла в стране, почти не горел свет, вся энергетика была глубоко коррумпирована. Мы просто поменяли за полгода всю систему полностью обеспечения людей электроэнергией. И до сегодняшнего дня в системе электроэнергии и производства, и реализации коррупции не существует, и у людей горит свет. Я верю в системные глубокие изменения, которые не оставляют места для такого явления, как злоупотребление и коррупция. Я точно знаю, что я не оставлю чиновникам, что продавать за коррупционные деньги, понимаете? У них просто не будет товара.